Приветствую всех на канале Китайфак. Сегодня посмотрим отличие обновленного Hibiru от предыдущей версии. Также Hibiru Omnitronic 4360. Не знаю, насколько вы знаете или нет, вышла новая версия вот этого бюджетного, недорогого 4D лазерного уровня. И посмотрим, чем он все-таки отличается, есть ли какие-то конкретные отличия. Но, друзья, прежде чем перейдем к сравнению, у меня для вас есть две хороших новости. Во-первых, при покупке Hibiru все мои подписчики могут использовать дополнительный промокод FAK300. Он дает скидку 300 рублей на покупку любого лазерного уровня Hibiru. Поэтому обязательно пользуйтесь, экономьте и не забывайте про него. Во-вторых, сегодня разыграем 4 лазерных уровня. Это 2 новых Hibiru Omnitronic. У них в комплекте идет еще штатив на 5/8. И также у каждого еще есть сумка для инструмента. Да, кто не видел полный обзор Hibiru Omnitronic, то смотрите его на канале. Все это есть, его тесты, проверки и прочее. Сегодня только будем искать отличия. И также разыграем 2 двухплоскостных уровня. Это Fireco F113XG с зеленым лучом. У него в комплекте идет провод для зарядки, магнитное крепление, вот такая матерчатая сумка и 2 аккумулятора. И такой же Fireco, только уже с аббревиатурой XR, то есть с красным лучом. У него комплект чуть попроще, сумка, провод для зарядки и также 2 аккумулятора. То есть в итоге разыграем 4 лазерных уровня. Условия конкурса очень просты. Нужно быть подписанным на YouTube канал, на Дзен канал и обязательно подписанным быть на Telegram канал. В Телеграме под постом конкурса в комментарии указать порядковый номер. Ну то есть если вы первый, циферку 1 поставить. Если второй, соответственно второй. То есть следующий порядковый номер. Все просто, друзья. В общем, быть подписанным на 3 канала: YouTube, Дзен, Telegram, и в комментарии указать порядковый номер. Все, 21 мая в Телеграме в прямом эфире определим вместе с вами 4 победителей. Да, друзья, еще такой момент. Отправить смогу только по России. Поэтому имейте это в виду. Если вы из России, то обязательно участвуйте в розыгрыше. Все ссылки и условия конкурса в письменном виде вы найдете в описании под видео. Если кто-то что-то не понял, то переходите в описание под видео, там будут все ссылки на все каналы. И еще раз продублирую условия конкурса. Ну еще раз повторюсь, все очень просто. Так, и давайте перейдем к выяснению отличий между двух версий, новой и старой. Ну, во-первых, у Hibiru появилась вот такая фирменная красочная коробка, где все, в принципе, расписано, указаны некоторые характеристики, указаны также пройденные сертификации CE, ROX и IC. Ну, в общем, не знаю, насколько это важно, тем не менее, вот такая интересная коробка появилась. Кейсы у них остались прежние, единственное, у нового наклейка чуть побольше, в остальном все то же самое. По комплектации особых изменений нету. Ну, единственное, здесь переходник стал белый, здесь он черный на предыдущей версии. Все остальное то же самое: очки, крепление, пульт, все одинаковое. 2 аккумулятора. У новой версии стала другая инструкция, более красочная. И да, сейчас на каждой инструкции на гарантийном талоне стали наклеивать серийный номер. Также этот серийный номер дублируется на приборе. То есть уже идет такая полная идентификация вашего прибора с серийным талоном. На самом деле это положительный шаг, который вызывает более доверительное отношение к сервисному центру Hibiru. В остальном все то же самое: поворотная панель, подъемная панель, металлическая пластина, 2 аккумулятора. Да, кстати, продавец указывает, что аккумулятор сейчас стал намного мощнее. Это мы чуть позже проверим и к этому вернемся. Еще из изменений, из таких основных, так сказать, это здесь на новой версии появилась резьба на верхней голове 1/4 дюйма для крепления вот на этот магнитный кронштейн. В старой версии в комплекте идет вот такой дополнительный захват за голову. Здесь он уже не требуется, крепится сразу на эту резьбу. Еще из отличий: на башнях стали писать слово Hibiru, на предыдущей версии этого нету. В остальном все то же самое. Модули лазерные здесь стоят такие же. Только появилась гравировка на модулях заводская. Вообще эти модули китайские выпускает довольно большой шанхайский завод, который снабжает практически все бюджетные лазерные уровни своими модулями. И надо сказать, что завод успешно и быстро развивается. Вот как можете видеть, модули абсолютно одинаковые. На старой версии тоже есть маркировка, а на новой просто появилась маркировка с названием прибора, то есть Hibiru, и стоит дата. Вот здесь вам видно. Модули стали как бы именные. Да, кстати, по комплекту еще в новой версии подъемная площадка стала металлической. В предыдущей версии вот эти петли идут пластиковые. И самое главное отличие у них — это в аккумуляторах. То есть вот у новой версии аккумулятор внешне они, ну, практически идентичны. У старого зарядка здесь находится, у нового сбоку. У нового еще стали наконец-то правильно показывать цифры. То есть, как помните, если кто смотрел обзор на Hibiru, то цифры при подключении у него перевернуты. Получается, когда включаете уровень, они показывают низ головой.
То есть на новой версии этот вопрос уже решили. Продавец заявляет, что сейчас указанная емкость 5800 мАч соответствует заявленной. Но это мы сегодня проверим, посмотрим, кто из них продержится дольше. Возьмем еще Hildu 4D и все три уровня проверим со всеми включенными плоскостями, кто дольше прогорит. Если разобрать аккумуляторы, то внутри есть разница только по цвету. Это от новой версии. Вот эти баллоны 18650, они уже серого цвета. В предыдущей версии они были вот такого цвета. Все отличие. Тут нужно проверять только опытным путем. Что, собственно говоря, сегодня и сделаем. Итак, давайте начнем наш тест на проверку, кто дольше прогорит со всеми включенными плоскостями на одном заряде батарей. Вот как можете видеть, у Hibiru предыдущей версии 100% зарядка, новый Hibiru обновленный тоже 100%, и сравним с Hildu. Hildu экранчика на батарее не имеет, но вот здесь видно на зарядном устройстве, что у него горит зеленый огонечек, который говорит о том, что батарея полностью заряжена. Так, вот здесь у меня есть таймер, давайте включим все приборы и включим таймер. Отключаем зарядку. Включаем уровни. Так, горят тоже все четыре плоскости. И еще один Hibiru. Так, горят тоже все четыре плоскости. Включаем таймер. Поехали. Прошло всего 5 минут, и вот уже есть даже первые изменения. На предыдущей версии Hibiru, как можете видеть, на экране индикатор спустился на 3 деления, показывает 97%. На обновленной версии, как было 100%, так пока и держится. Ну и на Hildu непонятно, там экранчика нет. Давайте наблюдать дальше. Прошли первые полчаса, на Hibiru на старой версии 73%, на новой версии 93% осталось. Итак, прошел час с небольшим. Следующее изменение. Hibiru предыдущей версии 63% осталось. На Hibiru новой версии 76%. Hildu пока горит, все хорошо. Так, друзья, появились новые данные. Прошел час 21. Значит, Hibiru предыдущая версия 58%, Hibiru новая версия 69%. У Hildu отключились плоскости и остался гореть только нижний горизонт. Сейчас включаю оба горизонта. Вот нижний включается только. Вот вертикаль еле-еле горит, осевидно, вот на столе появилась. Ну все, он конкретно садится уже. То есть все плоскости даже уже и не включить. Ну все, он попросту сел полностью. То есть максимально проработал час 22 со всеми включенными плоскостями. Итак, первый выбывший есть, это Hildu 4D. Давайте теперь наблюдать за Hibiru, за новым и старым. Так, прошло уже 2 часа, Hibiru предыдущая версия 20% осталось, 19%, вот начинается быстрый отчет какой-то очень. У Hibiru новой версии 55% осталось. Вот уже 15%, ну скорее всего он сейчас просто сядет. Вот эта предыдущая версия 14%, 13%. Давайте подождем, может он сейчас прямо на камере и выключится. 11%. 10, 9, все. В общем, проработал он 2 часа 1 минуту. Прошло 2 часа 38 минут. На Hibiru показывает 43% осталось. Давайте смотреть дальше. Вот уже 3 часа позади и 38% осталось заряда. Вот прошло уже 4 часа, осталось 28%, но как минимум он уже в 2 раза больше, чем старая версия. Прошло уже 4 часа 36 минут, на аккумуляторе показывает остаток в 13%. Давайте еще немного подождем, думаю, уже скоро будет завершение. Итак, друзья, 4 часа 44 минуты, осталось 5%, сейчас проценты отчитываются чуть быстрее, я думаю, что полный разряд уже вот-вот наступит. Давайте посмотрим, сейчас может как раз он и будет. Тем не менее, практически 5 часов работает без остановки, вот уже 4%. Это при условии, что включены все 4 плоскости. Ну, согласитесь, довольно неплохой результат. Действительно, батарея стала намного емче и держит заряд намного лучше. То есть 2 с лишним раза больше, чем старая версия, и почти в 5 раз больше, чем батарея Hildu.
Если будет включено у вас только две плоскости рабочие, то гипотетически можно представить, что это будет от 8 до 10 часов рабочий процесс. Ну, согласитесь, очень круто. Да, и еще надо сказать о том, что аккумуляторы у Хибиру в комплекте идет по 2 штуки, а у Хилды только 1 штука. Таким образом, 2 аккумулятора по 5 часов, все плоскости, 10 часов бесперебойно работают. Ну, действительно, продавец не слукавил, аккумулятор стал гораздо лучше. Вот 1% остался. Интересно, сколько на 1% еще продержится. Выключать камеру не буду, сейчас посмотрим. Последний процент несколько затягивается. Ну, никак не хочет садиться до конца. Давайте сделаю включение чуть попозже. Так, вот прошло еще больше 5 минут, но должен уже где-то сесть. Что-то больно долго на 1% застрял. Давайте еще немного подождем. Да, все, наконец-то он сел. 4 часа 56 минут. Вот 5 часов. В общем, друзья, отличные результаты для бюджетного 4D лазерного уровня. Я считаю, просто супер. Вот такой обновленный Хибиру получился. Определенно положительные изменения есть. Поэтому, кто заглядывается на недорогие, дешевые, бюджетные 4D лазерные уровни, то, в принципе, можно его рассматривать не самый плохой вариант. Не забывайте про конкурс. Еще раз повторюсь, народу участвует не так много, поэтому шанс выиграть очень велик. 4 приза. 2 новеньких Хибиру 4D Omnitronic 4360 и 2 лазерных уровня Fireco. И 21 мая, через 3 недели, я объявлю 4 победителей в телеграм-канале. Да, и еще не забывайте про специальный промокод для подписчиков моих каналов, который будет также указан в описании и который сейчас вы видите на экране. Он дает скидку 300 рублей при покупке любого лазерного уровня Хибиру. Пользуйтесь и экономьте. На этом все. Всем добра. Пока-пока.